Праздничный торт, букет тюльпанов, связка воздушных шаров, а в служебную машину загружен новенький телевизор. Сотрудники Следственного комитета отправляются на выезд поздравить с днем рождения своего земляка. Гостей Георгий Исакович встречает уже с балкона. Еще мгновение, и ввысь перед домом ветерана взмывает первый сюрприз – воздушный триколор, как символ отвоеванного 75 лет назад неба. Затем в квартиру поднимают главный подарок. Общение со старшим товарищем в этом году не за чашкой чая, а на пороге дома. Правила самоизоляции никто не отменял. Впрочем, сам виновник торжества рад любому визиту. Самое главное, что вы приехали, убедились, что я живой, а я посмотрел, что новое поколение, которое приступило к выполнению своих обязанностей, молодцы, на вас вся надежда. Всю жизнь фронтовик посвятил службе на благо Родины. И теперь в свои 96 он не утратил бодрости. Активно занимается воспитанием молодежи. Он сделал большой вклад и в развитие следственного управления. Он передает до сих пор положительный опыт и профессиональный опыт молодым сотрудникам. Он принимает участие во всех мероприятиях, которые организовывает следственное управление или кадетский корпус Следственного комитета. Еще одним подарком для пенсионера стала видеооткрытка от офицеров, смотреть которую именинник будет на новом телевизоре. Следователи уверены, что заряд положительных эмоций придаст ему сил, чтобы в следующий день рождения собрать друзей уже за праздничным столом. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии. Спасибо вам за дружбу, отзывчивость и ваше доброе сердце. Мы уверены, что в самое ближайшее время мы с вами, как всегда, встретимся и попьем чайку. Мы с тобой!